Всем привет, друзья! С вами Нильфгорн, это игра Last Wood. Мы сегодня ее посмотрим, поиграем. Я много упоротых игр видел, и это одна из них. Мы будем развивать нашу общину, наверное, даже мы будем, короче, выживать. Мы будем выживать на плоту, мужчина и женщина. Но в этой игре есть такой один момент, от которого я просто угарнул, прям уржался, наверное, и хотел бы его показать вам. Так что, ребят, обязательно поставьте лайк, если вам понравится видео. Ну и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ссылочка на эту игру будет у нас в группе ВКонтакте. Поехали! Вот начало, собственно, и у нас начинается такой вот плот, да, то есть у нас есть три участка и дерево. Давайте сначала быстренько так сразу же посадим, может быть, даже два дерева и еще один участочек, давайте вот так вот, наверное. Видите, у наших людей есть жизни, и им нужно будет еду и тепло. Ну, тепло как бы в огне, в котором мы будем делать такой типа шашлик из лимонов и рыбы. Рыбу нам тоже придется ловить, так что давайте сейчас быстренько, вот у нас сейчас вырастет кое-что, ну давай быстрее расти кое-что, ну. Вот выросло, оп, и второй, давай, добывай. То есть они выращивают, и давайте еще вот так вот два ставим. И, допустим, здесь мы ставим обязательно одно дерево и одну вот такую вот удочку. Так, а здесь мы по-хорошему должны построить костер. Но мне почему-то не хватает, хоть и пишется, что должно хватать. Ладно, окей, давай, лови рыбу. Большую и маленькую. Здесь также нападает акула, которая разрушает один из плотов. Ну, на который нападет, она начинает его грызть, типа, похрумкивать. Видите, они едят у нас лимон, и им восполняется немножечко жизни. Самое главное, чтобы они постоянно ели. Еда постоянно нужна. Без еды они, конечно же, погибнут. И это нужно понимать. Почему мне, опять же, здесь говорит, дерева нет? Сколько дерева? А, 120, наверное, нет. Вроде написано 20, опять пишет нет дерева. Смотрите. Во. О, бей ее. Бей акулу. Есть, отлично, ребятки, мне повезло. Я спас. Так, и давайте Нет, шашлычок я не могу. А, могу приготовить шашлык. Весь прикол в том, что он делается из рыбы и вот лимона или апельсина. Я уж не понимаю, что это такое. Ух. Ты что? Есть, отбился я, по-моему, просто по-пацански, я бы сказал, отбился. Так, и вот это уже еда, вот этот шашлычок, он добавляет уже намного вкуснее и намного больше еды. Давайте вот здесь еще построим шалаш, хотел сказать, ну, еще немножечко плота. Так, ну-ка, давайте, развитие идет. Мужчины и женщины, ребят, мы пока живем, мы спасем эту парочку. Цель игры, ну, не знаю какая. Конец тоже, честно скажу, не знаю какой, к чему он стремится, что нужно достичь. Наверное, выжить, да, но как-то в меню вы видели, только play, даже здесь escape или что-то типа такого нету. Меню вызвать тоже нельзя, вам придется именно как-то просто Alt F4, наверное, но игрушка, понятно, что очень мега раннем доступе, там, ZBT, она, наверное, и не выйдет из этого, но все равно. Самое прикольное, что мне первое, что бросилось в глаза, это прикольный вид, да, то есть то, что графичка такая довольно-таки пиксельная, кубическая такая, забавненькая, приятная, по крайней мере. Это уже меня обрадовало и так уже, ну, как сказать, в какой-то степени влюбило, наверное, да, уже. Нет, стоп, это влюбило, это слишком громко сказано, наверное, обратило на себя внимание, вот так, скорее всего. Давайте соберем и еще шашлык начнем делать, потому что сейчас у нас вот мужчина захочет кушать. Так, он сразу оп-оп-оп-оп-оп такой, типа, поел и сразу, как видите, восстановилось все. Так, давайте здесь пока что вот так еще посадим деревья. Оп-оп-оп, акула. Отобьемся, не отобьемся. Не знаю, как чинить на самом деле, отбился. Это хорошо. У нас 4 рыбы, типа, все отличненько. Ну-ка, давайте. Давайте еще ловить, ну потому что, а что тут остается, да? Готовить и ловить. А, в принципе, кыш отсюда, я сказал. Вот гадская рыбка, а? Вот серьезно. Давай, девочка, приготовь нам еще шашлычка немножечко. На самом деле, и вот с этого момента я просто угарнул, ребят, ребенок появился. Это когда, во-первых, они успели, это просто... Мы явно пропустили вот этот миг, мы явно пропустили этот момент рождения жизни на этом плоту. Это просто
Просто бомба, серьезно, ребят. Я немножко прям в шоке даже от этого. Но факт остается фактом, что мы теперь не просто выживаем, мы развиваем наш плод. И это уже плавучий, получается, какой-то прям город, я бы даже сказал. Потому что, ну, как видите, жизнь начинает расти. И это не конец, потому что дети начнут появляться в большом количестве. Притом реально в большом, прям вот, ну, прям вот... Прям в огромном, я бы даже сказал. Как видите, уже второй появился ребенок. И скоро они начнут взрослеть. Так, у нас, видите, рыбы нету. Рыбы нету, и от этого... Вот, повзрослел уже. Вы видите, уже повзрослел. Давайте соберем. Один ребенок повзрослел, и сейчас они еще вдвойне начнут, как бы, производство ресурсов для нашего города-плота. Потому что по-другому я не могу это назвать. Так, оп-оп-оп, сорвался. Ну-ка, отбиться. Так, отлично, здесь можно даже вот так вот. Так, здесь вот давайте вот так вот сразу, может быть, да, по краям. А, рыбку ловить можно, да? Можно даже вдвоем ловить рыбку. Оп. А один пускай сажает и готовит. Женщина работает, мужчина, типа, сейчас будет... Шашлык готовить. Настоящий шашлык сейчас получится. Прям. Ух. Ай-яй-яй-яй. А, черт. Я не понял как, но мне все-таки отгрызли одну часть. Ладно, это неплохо. Это неплохо на самом деле. То есть вы видите, что людей прибавилось. Людей прибавилось в разы при том. То есть, ладно. Опять дети. И вот у меня теперь возникает вопрос. Типа, когда будет предел-то? Окей, это все замечательно, я рад, что наше поселение растет, мы развиваемся изо всех сил, наш плотогород тоже растет, люди рождаются, население, взаимодействие людей, какая-то инфраструктура, видите, настроилась. Рыбки только быстро уходят. То есть, ну, в принципе, все круто, но... они пропали в море вдвоем, а приплыли к берегу в 20 рыл, да? Это круто на самом деле, это круто. Это игра о том, что человек не пропадет нигде, что человечество выживет даже вот на плоту, на таком небольшом. И не важно, что здесь с бешеной скоростью растут деревья, что здесь... Акулы отбиваются руками, что младенцы просто вот в трусах вырастают. Неважно. Это все мелочи, ребят. Акула. Это все мелочи, на которые не стоит обращать внимание. И стоит обращать на самое главное внимание. Это то, что как раз-таки вот человечество готово выживать где угодно. И в любых условиях оно способно это сделать. Об этом и говорит эта игра. На этом я, наверное, буду заканчивать, потому что дальше я не вижу смысла продолжать. Возможно, дальше что-то есть. Три ребенка уже ползает. Три, ребят, уже ребенка ползает. Акула опять напала. Наверное, она успеет все-таки загрызть мой... Нет, не успела. Уже три ребенка ползает. И это, конечно, просто Содом и Гоморра какая-то. Надеюсь на ваши лайки. Всем всего. Удачи. И пока.